Всем привет! Сегодня с вами снова Марина Петрушенко, и мы приготовим открытый пирог с сыром и помидорами. Для приготовления нам потребуется 250 грамм слоеного дрожжевого теста, 100 грамм сыра, я взяла моцареллу, 100 грамм помидоров, 5 грамм петрушки или базилика, 20 грамм кетчупа, 1 треть чайной ложки соли и пол чайной ложки сухого чеснока. Итак, тесто необходимо разморозить и раскатать в пласт, толщиной примерно 4-5 мм. Доску перед раскатыванием смазываем маслом, так тесто не прилипнет. Теперь получившееся тесто перекладываем в чашу мультиварки. Размер квадрата должен быть чуть больше, чем сама чаша. Кисточкой или обратной стороной ложки смазываем тесто кетчупом. Сыр и помидоры нарезаем тоненько и выкладываем друг на друга слегка внахлёст, чередуя сыр и помидоры. Когда выложили сыр и помидоры, у меня получилось два круга, внутренний и большой. То есть в центре, которые помидоры с сыром, мы их слегка придавливаем, и тогда вот эти боковые, они чуть разойдутся. Нам необходимо, чтобы сыр и помидоры лежали примерно на одном уровне, то есть в одной плоскости. Соль и чеснок смешиваем и слегка посыпаем сверху. Закрываем крышку мультиварки. Готовить буду в мультиварке Red Solution 88 на режиме выпечка 45 минут. Можно готовить на режиме мультиповар 130 градусов, также 45 минут. Время истекло. Вот такой пирог получился. Через пару минут можно доставать его как пиццу, слегка скатив на бок. Для тех, кто не любит возиться с тестом, этот рецепт палочка-выручалочка. Готовится быстро, просто, а получается вкусно. Перед подачей на стол я добавила листики петрушки, можно их заменить на базилик. Давайте разрежем, посмотрим, как пирог выглядит в разрезе. Вот так выглядит пирог в разрезе. Достаточно много начинки. Тесто хорошо пропеклось, поднялось. Сам пирог получается очень сытным и вкусным. Этот пирог по вкусу напоминает пиццу Маргариту, только готовится намного проще. Огромное всем спасибо за лайки и комментарии. Подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик, чтобы первыми получать уведомления о новых рецептах. Всем приятного аппетита и до новых встреч!